за 3800 печки. А на него еще есть надо? Сначала автобус дали, автобус отменили, плохая дорога, дали 95-ю отменили, дали автобус. Вы там на острове, может быть, и знаете, а мы здесь не знаем, как добраться до острова. Вот, смотри, вот видишь, и надо пройти вдоль забора. Вот этот дом 20-й, там тут официальная остановка по... Транспорт не ходит. Никак не уехать ни на чем. То есть надо идти пешком, либо подниматься на мост, либо через Московский, вот там идти, где ремонт идет. А вот этот автобус, который ходит, он редко ходит? Я не знаю. Сказать, что редко, ну нет, наверное. Ну вообще в интернете написано, что через 20 минут. Интервал. 20 минут ждать все равно долго. Ну не всегда соблюдается. Ни трамвай, ни автобусы, ни маршрут. Сегодня автобус проехал, не остановился. Здесь? Мне пришлось... Не, не здесь. Когда я сюда ехала, там, на Багратион. Как оцениваете вот сложившуюся ситуацию с транспортом? О, ну, знаете, я не пользуюсь транспортом, поэтому ничего не могу сказать. Я вот пешеход. Вы обычно пешком ходите, да? Да. Ну и вообще... Во время ремонта моста удобно или ничего не изменилось? Меня не касается, поэтому мне все удобно. Пройти везде могу, ехать никуда не нужно. Но сейчас говорят, что могут после 20 июня все-таки закрыть пешеходный мост, ну вот эту вот часть тоже. Ну тогда будет похуже, потому что у некоторых поликлиника там находится, им нужно переходить через мост, а других путей только через Ленинский проспект. А там вот на второй эстакаде строят пандусы, видели? Видела, но не пользовалась. Рискнете по ним? Пожалуй, нет. Мы рады, что делают дорогу, что все-таки хоть что-то делается у нас, что все хорошо будет. Ну, мне эта ситуация не нравится, потому что добраться стало проблематичнее. Но, с другой стороны, сейчас лето. И, ну, это плюс. Пешком больше ходим. Вы обычно ходите через второй эстакаду? А, нет, это случайность. Я тут не хожу обычно. Обычно через, ну, либо деревянный, либо через юбилейный мост. Больше времени стало уходить на дорогу? Ну, конечно, больше. Но незначительно. Так что я не особо огорчена, на самом деле, тем, что закрыто. Может, наоборот, будет лучше. Общественным транспортом пользуетесь? А в данный момент нет. Пешком предпочтите? Да. Ну, мне не столь на долгие расстояния, чтобы ездить на автобусе. Ужасно. Просто ужасно. Вот это не иметь головы, не сделать один мост, начать делать второй мост и перекрыть все движение. Очень плохо. Очень. А как приходится ходить? То есть вы здесь в основном по эстакаде ходите? Вот я, например, сегодня пошла сюда, вот, на остановочку, с трудом остановила 45-й автобус. И он меня предупредил, что здесь не буду сажать. Я говорю, даже пожилым, чтобы подняться туда на эстакаду и выехать. Нет, говорит, идите туда на остановку, вот где там основные остановки. Мне уже 77 лет, сердечница. И вот я по этой вот
иду уже целый час по мосту. Хорошо, у меня дочь живет напротив, вот там дом, на Фрунзе. Так мне не надо. Я там вышла и тихонечко, вот ползу, понимаете, ползу.